Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и в сегодняшнем видео я вам хочу показать и распаковать вместе с вами вот такой заказ с сайта Духи РФ. Я еще раз повторюсь, что заказываю я там все сама на свои денежки. Так что здесь у меня два аромата, это два летних аромата. Один я тестировала, второй я решила купить без затеста. Ну, уж очень много отзывов я слышала на этот аромат. Я тут вместе с вами буду вскрывать посылочку. Я ее вот только-только получила. Привез мне ее курьер на дом. Там, по-моему, на сайте, сами посмотрите, там на сайте, по-моему, указано, что, по крайней мере, здесь у меня в Санкт-Петербурге от 5000 доставка бесплатная. И здесь у меня еще есть, соответственно, два умничка тестера, как их еще можно назвать, не знаю. Оплачивала я курьеру все это на месте. Можно при нем вскрыть, но я не вскрывала. По крайней мере, на сайте указано, что можно вскрыть. Здесь у меня накладная. И вот так вот все хорошо, красивенько запаковано. Здесь у меня тестеры. Давайте начнем с первого аромата, который я тестировала несколько раз и весной. И, в общем, все ходило вокруг да около. И все хотела его приобрести, все ждала каких-нибудь интересных скидок на этот аромат. Но вот нашла его по хорошей цене именно на сайте Духи РФ. Значит, что такое тестер? Тестер приходит вот в такой коробке. Коробка может быть даже просто обычная, вот такая, да, вот такого цвета. Первый аромат у меня это Dolce & Gabbana Dolce Shine. Он очень классный аромат. Мне еще девочки спрашивали, пробовала ли я Dolce Rose, по-моему, так он правильно называется, да, с розой. Но я все как не приходила в Литуаль или в Рив Гош, нет самого тестера. То есть сам тестер стоит, но он пустой, в нем нет ничего. Я не знаю, наверное, очень классный аромат, я так предполагаю, поэтому тестер вот так вот быстро улетучился. И вот сам аромат. Тестер может прийти без вот этой крышки. То есть вот в таком варианте, допустим, даже вот без вот такой штучки. Но вот у меня вот такой, да. Здесь очень красивый флакон. Девочки, флакон, согласитесь, прямо летний-летний. Единственное, что вот эту наклейку я отдеру, она мне не нравится. Зачем ее сюда наклеили, непонятно. Вот. Ну, наверное, потому что это тестер, чтобы знать срок годности тестера. Аромат годен до 01.01.2025 года. Здесь указана пирамида, и в пирамиде есть манго. Наверное, из-за этого меня и привлек этот аромат. Смотрите, какая розочка красивая. Вообще, ароматы Dolce & Gabbana у меня очень хорошо заходят на весну и на лето. Давайте я на себя нанесу. Ну, я уже тестировала и не раз этот аромат. Также пустые первые пшики. Пшики, да, это, по-моему, называется. Ну, очень приятный аромат. Мне кажется, ой, не знаю, здесь вот прям вот так вот, чтобы манго-манго я не чувствую. Немножечко здесь есть какая-то кислинка. Это цветочно-фруктовый аромат. Здесь написано, что есть грейпфрукт айва в верхних нотах. Но вот, наверное, грейпфрукт дает такую не горечь даже, а скорее больше кислинку такую. И вот дает дальше, здесь написано соленый аккорд. Вот, наверное, за счет этого соленого аккорда мне очень понравился этот аромат. Я считаю его летним ароматом, причем даже на жаркую погоду, потому что манго здесь, то есть здесь есть такая легкая сладость, но это больше даже, наверное, цветочный аромат. Очень вкусный, очень приятный, такой ненавязчивый, воздушный. Тестировала его не раз. Он, кстати, вот на мне достаточно хорошо держался. Не знаю, как будет в носке. Будет ли держаться целый день, но вот когда я тестировала в магазине, действительно очень хорошо держался. Так что вот такой вот у меня, но красивый, согласитесь, сам флакончик, конечно, говорит, что это именно летний аромат, но, по крайней мере, для меня такой солнечный и нежный. Год выпуска аромата 2020, группа ароматов цветочно-фруктовые, верхние ноты айва, грейпфрукт, манго, ноты сердца жасмин, туберозы, цветок апельсина, базовые ноты австралийский сандал, белый мускус, светлое дерево. Следующий аромат, это у меня тоже тестер, который, как вы видите, пришел без коробки, просто запакован вот так. На сайте можно посмотреть описание, что такое тестер и как они могут приходить. То есть в этот раз мне пришел без коробки.
И этот аромат я не пробовала, но очень много наслышано про него. Это Juliet Hasegan, у меня ванила вейпс. Есть наклейка, на которой написано, что это тестер, и срок годности не знаю. Тут на этой наклейке уже не указан. Вот здесь вот также есть наклеечка, что это тестер. Вот, и может, кстати, даже прийти вот так вот упакованный и без крышки. Здесь, кстати, прикольная магнитная крышка. Ну, согласитесь, да, если вам, ну, мне не нужна, например, коробка, и при этом по хорошей цене приобрести вот такой аромат, почему бы и нет? Ну, давайте его потестируем. Кстати, крышка такая магнитная, что ли, я не понимаю, но такая очень... Прикольно. Сам флакончик, конечно, очень такой летний, но не знаю, многие пишут, что он такой слишком ванильный, слишком удушливый. Не знаю, также первое нажатие, видите, пустое. Я не скажу, что это прямо приторно-сладкий. Это ванильный аромат, да, ваниль сладенькая, но не приторная и... Наверное, морская соль здесь есть, но что-то такое морское. Очень-очень приятно, обалденный аромат. Я считаю, что он тоже отлично подойдет на лето. Классный аромат. Тоже он должен отстояться, конечно же. Буду им с огромным удовольствием пользоваться. У меня здесь 100 мл. Вообще, я делала заказ ради вот этого аромата, но уже увидела Dolce & Gabbana по хорошей цене. Здесь у меня 75 мл. И решила его тоже заказать, потому что дешевле, чем в Rive Gauche и в Летуаль. 75 мл на духе Rive. Слушайте, вообще обалденный аромат, девочки, вообще ванильный, да, здесь ваниль сладковатая и разбавлена какой-то, наверное, морской солью, что ли. Это вообще тоже такой очень солнечный аромат, очень такой приятный, знаете, согревающий. Очень вкусно, мне нравится. Год выпуска аромата 2019, группа ароматов восточный, верхние ноты соль, ноты сердца ваниль, орхидея, базовые ноты бензоин, бобы тонко, мускус, сандал. Так что вот такие вот у меня еще две новиночки появились на это лето. Кто не смотрел мое видео про мои летние ароматы, 10 летних ароматов, теперь у меня их 12 летних ароматов. Ссылку на то видео я вам, конечно же, оставлю внизу в инфобоксе. Но вот такая вот прелесть у меня теперь добавлена в коллекцию. Ну, а теперь давайте попробуем тестеры, которые у меня здесь пришли. Я очень люблю. Их там можно выбрать бесплатные тестеры. А это обычно такие ароматы, которые, в принципе, можно потестировать где-то в Летуале или в Rive Gauche или в подобных магазинах. Да? Или доплатить денежку, попробовать более такие, ну, нишевые, что ли, ароматы. И первый аромат у меня это Trussardi Delicate Rose, который я, кстати, тоже хотела попробовать и забывала в магазине попробовать. Идет вот в таком вот флакончике. И здесь еще в пакетик вложена вот такая вот наклеечка, которую вы можете наклеить, можете не наклеивать. Я обязательно наклеиваю, чтобы помнить, что у меня здесь за аромат. Trussardi Delicate Rose тоже очень многие пишут, что это аромат очень хорошо подойдет на лето. Я как раз сюда нанесу. Ой, ну да, очень вкусный. У меня был Trussardi Donna аромат. И очень вкусная роза с кислиночкой. Даже такое ощущение, что здесь какой-то грейпфрукт, может быть, есть. Какая-то кислинка и роза. Девочки, слушайте, я хочу этот аромат. Я его, конечно, поношу, вот этот тестер, но очень вкусно. Для любителей розы и такая кислинка. Действительно, аромат тоже летний, потому что он такой немножко цитрусовый и очень вкусный. При этом есть роза. Очень похож чем-то на Донну. Но здесь, видимо, добавлена роза и немножечко разбавляет. И очень вкусно. И следующий маленький тестер. Я уже сюда наклеила наклеечку. Это Zarka Parfum Pink Molecula. За него я заплатила 61 рубль. На самом деле, очень хотела познакомиться с этой парфюмерией. Она у меня в ближайших, да, таких магазинах не представлена. И очень слышно о розовой молекуле и о фиолетовой.
Очень вкусный, я бы сказала, на лето аромат. Немножко лимонадный, что ли, не знаю, вкусный аромат. Девочки, теперь, наверное, тоже... Хотя говорят, что фиолетовая молекула, она более насыщенная и более вкусная, нежели вот эта розовая молекула, да? Так что вот такой вот у меня был заказ с сайта Духи.РФ. Там, на самом деле, не все ароматы дешевле, чем, ну, давайте, в том же Ритуале Рив Гош. Есть ароматы, которые подороже почему-то, а есть ароматы, которые намного-намного дешевле. Конечно, нужно сравнивать, с чем я и занимаюсь, и, соответственно, заказываю либо там, да, везде пополняю свою коллекцию, потому что я не парфюмерный маньяк, скажем так, я больше покупаю парфюмерию для того, чтобы ей пользоваться. Я не покупаю парфюмерию просто ради флакона или ради коллекции или что-то в этом духе. Я покупаю для того, чтобы ей пользоваться, и пользуюсь с огромным удовольствием, обливаюсь ей, я бы так сказала, потому что мне очень нравится, и парфюмерия поднимает мне настроение. Вот. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Кто не смотрел видео о моих парфюмах на лето, ссылку вам оставлю внизу в инфобоксе. Конечно же, ссылку на эти парфюмы, которые у меня, которые я в этот раз заказала, тоже вам оставлю внизу в инфобоксе. Но парфюмерия, конечно, очень классная. Заказ мне очень понравился. Вот, оставляйте свои комментарии, обязательно напишите, какие ароматы вы будете использовать этим летом. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!